Итак, 15 мая 1935 года. Из электродепо «Северный» поехал первый поезд в 7 часов утра и прибыл на станцию «Сокольники». И направился в сторону станции «Парк культуры». Каганович, день 7 ноября. Партбилетик, оставайся с нами. Ты добудешь нам конфет, чаю с сухарями. Словно раки на мели. Без тебя мы будем. Без билета мы нули. А с билетом люди. Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это. Вот льется дым в печной трубе. Спасибо, партия, тебе. Вот новый день. Царю. За это партию благодарю. За пятницу у нас суббота. Ведь это партии забота. А за субботой выходной. Спасибо, партии родной, за то, что дышим кислородом. Спасибо, партии с народом. У моей милой грудь была. Ведь это партия дала. Вот с нею я в кровати сплю. Тебя я, партия, люблю. Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. На косне трески, да водочки немного. Я седой не по годам, такой высохший. Ты слыхал про Магадан? Ну, а дело было так. Как-то ночью странную заявился к нам в барак. Кум со всей охраны. Я-то думал, что конец. Распрощался матерно. Малосольный огурец, кум жевал мать. Скажет слово и поест, гордо все в апатии. Был, сказал он, зэки съезд, славный нашей партии. Про Лаоса, про Китай говорились прения. Но особо, стал вопрос, про отца и гения. Кум докушал огурец и промолвил слухою. Оказался наш отец не отцом, а супрою. Полный брат себя татуит, панихи за станциями. И приказано статуи за ночь снять со станции. Ты представь себе, метель, темень, стужа, оружие. А на нем одна шинель, грубая солдатская. И стоит он напролом, и летит, как конница. И я сапог его кайлом, а сапог не колется. Оглянулся я вокруг, дай-ка, мол, помешкаю. И статуя дуба на руку, дернулись усмешкую. Помню, клуб я был и мал, слышал от родителя. Как родитель мой ломал, храм Христа Спасителя. Храм и небо ни хрена, опиум да опиум. А это же гений всех времен, лучший друг навеки. Все стоим, ревмяриваем, и вохровцы, и зэки. Я кайлом по сапогу, бью как неприкаянный. И внезапно слышу голос каменный. Был вам вождь, я и отец, сколько мук намерено. Что ж ты бросишь, делаешь подлец, брось кайлу немедленно.
Да тут шарахнули, запал. Ты видишь санкции? Я упал, и он упал. Завалил пол станции. Ну, скостили нам 40. Приписали в органы. Я живой еще пока, но уж слишком твердый. А ты же не посиди. Как черт, дайте получать. Вечер, свой. Друзья, прежде всего разрешите поздравить вас с 82-м днем рождения Московского метрополитена. Сегодня мы проводим одно из замечательных мероприятий, посвященных этой замечательной дате. Это реконструкция событий 15 мая 1935 года, которую мы сегодня сделали на станции Сокольник. Мы постарались вот этот вот час жизни Московского метрополитена в далеком 35-м году сегодня реконструировать именно на станции Сокольники, куда и получила, в принципе, старт Московский метрополитен. Вы видите, что здесь представлены персонал, который в далеком 35-м году присутствовал при пуске Московского метрополитена. Полицейские, конная полиция. Ну и дальше, конечно же, без ретро-поезда невозможно было, наверное, это мероприятие. И сегодня в 12 часов 25 минут два вагона, которые мы восстановили, поезда из вагонов типа А, которые в 34-м году были сделаны и запущены при пуске метро, конечно же, отправятся со станции Сокольники, как и 82 года назад. Замечательный сегодня день, хорошая погода. Всех также приглашаю сегодня на другие мероприятия, концерт, который вечером пройдет. Ну и, конечно же, основное – это реконструкция событий 35-го года. Сейчас я думаю, мы предоставим слово нашим ведущим, которые все более подробно вам расскажут. Всех прошу еще взять газету. Вот газету 35-го года, которую раздавал мальчик в 35-м году. Вот она станция событий. Спасибо. Становись! А вы если не знаете, что я скажу. Партия правительства наградили за успешное строительство Московского метрополитена одних орденом имени, других орденом Красной Звезды, третьих орденом Трудового Красного Знамени, четвертых грамотами Центрального исполнительного комитета Совета СССР. И вот у нас вопрос, а как быть со скорее? Ребята, как быть с остальными товарищами, которые работали не хуже, чем награжденные, которые, умея сил, клали свою кровь, труд, усилия на дело Московского метрополитена. Как быть с ними? Вот вопрос. Мы вот сидим, глядим на вас, рожи не у всех одинаковые. Одни из вас будто бы рады. А другие не домывают. Что же будет с словом? Я пошли. Так вот, эту ошибку партии правительства мы хотим поправить. Перед честью ее. За успешную работу по строительству Московского метрополитена объявить от имени Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета Совета СССР благодарность
ударникам и ударницам, и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц Метростроя. Начальник метрополитена имени Кагановича. 5 часов 49 минут подано напряжение, 6 часов 45 минут открыты двери. К 7 часам утра все 14 поездов на линии, революционный порядок соблюден. Сотрудники метрополитена, прикомандированные сотрудники Наркомата путей сообщения Союза СССР, дивизион рабочей крестьянской милиции на метрополитене и Народного комиссариата внутренних дел построены. Начальник станции «Сокольники» Логвинков. Больно! Так вот с толпой и в далеком 15 мая 1935 года в 7 часов утра открылось метро. Он очень вдохновенно читал артистов. And then try.
А, первые две были заблокированы. Легендарный вагон типа А. Именно он первым и открыл московский метрополитен 15 мая 1935 года.